Всем привет-привет! Посмотрите, какая красота в 12 часов дня. Ну, это уже обед у меня, это завтрак. Снимаю то, что я не ем. Посмотрите, как это красиво. Манты с говядиной. Вот с таким соусом. Да-да-да-да-да. Переключаемся на ту еду, которую я ем. Но она очень красивая. Это у нас греческий салат. Таким бальзамическим соусом. Обалденно соус, девчонки, классный соус. Ну и, конечно же, куда же Олесечка солнышко без своего Кукси? Знаете, я заметила, когда еду снимаешь вот так близко, она смотрится еще аппетитней и еще заманчивее. Еще раз всем приветики. Ну что, сегодня мы будем снимать мукбанг. Правда, я не ем мантышки. Мантышки сейчас будут у нас кушать Димом. И еще раз покажу, похвастаюсь, да, вот таким салатиком. Красивый, очень красивый греческий салатик. И, конечно же, моя любимая куксишка. Обожаю кукси. В любое время года, в любое время суток я, наверное, готова есть всегда кукси. Единственное, что я могу просто сейчас покушать. Времени не хватает сейчас на морепродукты, да, на мою кукушечку, поэтому иди кукси. Наверное, кукси. Неважно, как оно сделано, у всех кукси получается по-разному. Я думаю, кукси, оно всегда вкусное, все его любят. Знаете, я греческий вижу первый раз. Греческий такой, что здесь есть зеленые оливки, черные оливки, сыр, все, что хочешь. Очень красивая подача. Попробуем теперь на вкус, как это. Сыр, помидор. Кстати, бальзамический соус, он как раз таки вообще здесь самое то. Надо теперь тоже делать греческий салат с бальзамическим соусом. Друзья, всем приятного аппетита, кто ест. Всем хорошего выходного, кто меня смотрит.